Добро пожаловать на пересадочную станцию. И сегодня мы наконец-то снова отправляемся в мир безумного постапокалипсиса. Александр Шишковчук, Схрон, Дневник Выживальщика. Озвучено проводником при поддержке спонсоров пересадочной станции. Если ты тоже хочешь попасть в этот список, получить уникальный значок возле своего ника, специальные эмодзи, получить доступ ко всем путешествиям пересадочной станции в аудиоформате, а также раньше всех остальных прослушивать ролики, то нажимай на кнопку «Спонсировать» или переходи по ссылке в закрепленном комментарии. В конце коридора вспыхнуло сияние солнечного дня, свист, крики тысяч глоток и мощный бой немецкой драм-машины ударил по перепонкам. Из глаз, отвыкших от света, брызнули слезы. Сильный толчок в спину заставил двигаться вперед. Ослепшие, растерянные, оглохшие мы вышли наружу. Ворота за спиной закрылись. Как стены, возвышающиеся трибуны стадиона взорвались безумными воплями, перекрывающими даже оружие из тысячеватных колонок духаст. Белый снег в бесформенных пятнах крови. Неужели это все безнадежно? Неужели я так и не привезу шубу Леночки? Резко утихла музыка, и следом неохотно угомонились трибуны. Вокруг поля перетаптываются пенда-бойцы с оружием на изготовку, нацеленными в нас. Я перевел взгляд в вип-ложу. Там выседают несколько важных перцев. Над ними гигантский портрет Трампа. А еще выше, на крыше ложи, возвышается многометровая фигура, сваренная из швеллеров и двутавров. Встал с места один из них, видать, главный в пендоской фуражке и отороченной мехом куртке Аляски. Поднял вверх руку, призывая шумное быдло к тишине. «У него же мой револьвер! Вот сука!» Он несколько раз бабахнул в небо и удовлетворенно погладил барабан. Лишь после этого стало тихо. «Приветствую вас, славные жители Кандалакши!» – крикнул он в микрофон. «Я полковник Джо Уайт, и вы знаете, что я люблю вас!» Практически без акцента шпарит гад. Переждав бурные овации, полковник продолжил. «Вот уже много месяцев я и мои бесстрашные воины защищаем закон и порядок в этом добром городе. Только порядок и дисциплина способны спасти ваши жизни в это страшное время. Кто обеспечил вас работой и пропитанием? Кто организовал работу коммунального хозяйства?» Кто дал этому доброму городу надежду и веру?» «Полковник! Полковник!» – взревела толпа. «Мы вместе шагаем в светлое будущее!» – сказал полковник после паузы. «Во имя нашего жестяного бога и пророка его Дона Трампа!» «А теперь взгляните на этих негодяев, этих варваров, этих жалких мерзавцев!» Они пришли в наш добрый город грабить, убивать и надругаться над нашими женами. Эти звери хотели устроить резню в ночи, как бандиты, как преступники и мародеры. Но наши доблестные солдаты не позволили свершиться злу. Я поморщился от недовольных выкриков и проклятий. Охренеть, как этот ушлый полковник все переиначил. А толпа жрет это дерьмо и даже не морщится. Наоборот, просят добавки, долбанные обыватели. Меня начало потряхивать то ли от несправедливости, то ли от кокса. Когда шум и свист затихли, Уайт произнес: В честь победы над злом, я дарую вам целых два дня отдыха. А сейчас мы насладимся зрелищем, великим зрелищем! «Во славу жестяному богу!» – возопил он. «А что любит жестяной бог?» «Жесть! Жесть!» – скандировали трибуны. «Жесть!» «Чего-то я очкую?» – нервно сказал Валера, поправляя очки. «Есть немного», – признался я. «Да будет жесть!» – прогремел в микрофон полковник. Вновь зарычала музыка. Солдаты принялись подталкивать нас стволами к центру стадиона. Усатый пиндос бросил на снег ключи от наручников. Подбежал какой-то прихвости и не оставил звякнувший железом брезентовый сверток. Вдруг стражники начали спешно удаляться. Валера, которому я расстегивал наручники, открыл рот, глядя куда-то за моим плечом. Кровь забурлила от мощных выделений адреналина, когда я медленно обернулся. Из темной пасти ворот на свет выходят настоящие чудовища. Мускулистые гиганты в причудливо уродских доспехах, сваренных из чего попало. Они движутся к нам, приветствуя толпу, гремя цепями и сегментами брони, шипя паром из никелированных труб, тарахтя бензопилами, пуская пламя из огнеметов и звеня дисковыми пилами. Их 15, и они пришли нас убить. «Поприветствуем наших героев! Наших рыцарей жести!» Уайт начал выкрикивать имена и клички на манер амерских шоуменов. «Мурманский потрошитель!» Вперед шагнул Бугай в доспехах из танковых гусениц и скрестил над головой две бензиновых циркулярных пилы. Искры посыпались на вскипающий снег. Толпа взвыла. «Йола, вонючка, мутант из разрушенного Хельсинки!» Кряжестый урод шутливо поклонился, выпуская из раструпов на броне клубы зеленоватого дыма. Миша Молния, бывший электрик из Петрозаводска, нашел свое призвание на арене жести. Цепной дьявол, зверь из радиоактивного подмосковья. Безумный Дмитрий, пожиратель мозгов, Джимми Техасец, маэстро бензопилы и его талантливый ученик Роман Расчленитель, зоб, Кастратор, Трупадер. Люди на трибунах, казалось, сейчас кончат в экстазе. «Сэр Кирби – обезглавливатель, гей-садист из Британии!» «Черный топор, темнокожий расист-каннибал из Детройта!» «Псковский терминатор!» Слава Костромской по прозвищу Гриль, сжигающий врагов на напалмом в собственного изобретения. И наш славный чемпион Кандалакши, безжалостный убийца, непобедимая машина смерти, ужас для преступности и верный слуга закона, правая рука жестяного бога и его карающий меч. Приветствуй, Кандалакша! Юрик Харитонов! Юра! Юрика! Взорвались тысячи глоток. Разгоряченная толпа подскакивала со своих мест, люто беснуясь от неописуемого восторга. Адские демоны расступились, пропуская вперед чемпиона. Кто-то из наших нервно рассмеялся. Замысловато выругался Егорыч. Валера непонимающе уставился на меня. Я пожал плечами, хмуро оценивая противника. Без ложной скромности я считаю себя самым мощным в нашей группе уцелевших выживальщиков. Так что вражеского топа надо брать на себя. Но сейчас я вижу какой-то подвох. По арене в развалочку шагнул невысокий лысоватый мужичонка в майке алкоголички и накинутый на плечи дубленки. Одной рукой он вяло махнул зрителям, другой прижал к колбу банку пива. Равнодушно оглядев нас, Юрик надолго присосался к банке. «И это их чемпион?» Своим звериным чутьем я ощутил какую-то подлую коварность во всем этом спектакле. Хотят усыпить нашу бдительность? Решив не заморачиваться параноидальными мыслями, я раздернул валяющийся перед нами брезент. «Чур это мне!» Тут же сказал Валера, хватая корявый меч, выточенный кое-как из вертолетной лопасти от Ми-8. «Разбирайте оружие, парни!» – сказал я. «У нас есть шанс умереть с честью!» «Я не буду драться с этими маньяками!» – крикнул бледный, как смерть, волосатый чувак с хвостиком. «Это не мое, я не могу, я вообще программер!» «В первую очередь, ты выживальщик!» Я схватил его за шкирку и хорошенько встряхнул. «Так выживи!» Схлипывая, он поднял оружие, кусок арматуры с приваренными к ней гвоздями. Егорыч выбрал ржавый ломик с приделанным серпом. Мне понравилась железяка, которой кто-то заботливо приварил пяток топорич с одной стороны. Тяжелая, но в самый раз для моих накачанных рук. «Давайте, начинайте, я готов!» Словно прочитав мои мысли, полковник прокричал в микрофон. «Бой начинается!» Взревела бодрая музыка. К нам шагнули три урода, остальные принялись медленно обходить. Двое из наших, не выдержав, бросились на ближайшего, истерично визжа и размахивая кривыми железяками. Тот торжествующе зарычал и легко сбил одного кулаком. Второго поджарил в ту же секунду из стройного в нарукавник огнемета. Видимо, это и есть слава Костромской по прозвищу «Гриль». Справа свист циркулярки. «Егорыч!» Но ловкий дед успел уйти от смертоносных дисков мурманского потрошителя, пока чудовище разворачивалось, выискивая безумными глазами откатившегося егеря. Один из выживальщиков достал его своим орудием. Да, молодец, программер. Но его палка с гвоздями застряла в гусеничном панцире. Взвыв, он бросил ее и кинулся на утек. Разъяренная гора мускулов за ним. Но в этот момент Егорыч подсек серпом ногу. Да так удачно! Попав между пластинами брони, он с натугой рванул на себя. Хлынуло кровище. Гигант повалился на снег, жалобно скуля, пытаясь зажать рану, но только изрезал сам себя дисковыми пилами. Все это произошло буквально за пару секунд, но я в это время чуть не пропустил атаку слева. Мерзавец в костюме химзащиты и противогазе успел размотать над головой цепь и метнуть в мою сторону – с реакцией кобры я успел уклониться в сторону, заметив пробегающие по звеньям колючие вспышки разрядов. «Миша, молния!» Гребаная цепь подключена к связке автомобильных аккумуляторов за его спиной. Толстенькому сурвайверу рядом не повезло. Щелчок разряда и запах паленого мяса. А бывший электрик снова замахивается, Тысячи вольт пронзили тело, когда цепь обмотнула мое оружие. Но мне не привыкать. Электрические встряски всегда в кайф. Сильно дернул к себе. Мегавольт, не ожидая ответки, потерял равновесие и встретился брюхом с лезвием Валериного клинка. По трибунам полетел недовольный гул. «Спасибо, друган!» – крикнул я. «Да не за что!» – усмехнулся Валера, выдергивая меч из поверженной туши. «Осторожно!» Дико рычащая бензопила пролетела в миллиметрах от горла. Освободив железку, я рубанул, но не смог пробить доспех техасца. Тот дернулся от удара и запнулся от труп Миши молнии. Начал замахиваться, чтобы добить проклятого душегуба, но эта сволота неожиданно пнула меня. Тут же налетел его ученик, гребаный Роман-расчленитель. Вдвоем они обрушили смертоносные выпады бензопил, только успеваю перекатываться. Где же Валера?» Очередной удар чуть не срезал руку. «Наверное, ему не до меня». Перекувыркнувшись снова, пружинисто поднялся на ноги и, сделав обманное движение, размозжил череп Романа. Пила в его чудовищной лапе обиженно загудела, сбавляя обороты. «Ммм, бош, неплохая. Забрал ее себе, чтобы через миг парировать удар техасца. Искры зубодробительный скрежет не перекрывал восторженный рев толпы. Мы отскочили в разные стороны. Я в ярости сжал зубы. Ублюдок слегка зацепил мое плечо. Боль не чувствовалась, но рука в кофты начал быстро намокать. Техасец, прорав что-то нечленораздельное, бросился в атаку. Заметив, что его броня замедляет движение, я не стал отбивать свирепый выпад, а ловко крутанув своей пилой, как самурай, совершил пируэт, зашел сбоку и вонзил жадно захлебывающийся инструмент под бронепластину гада. Предсмертных криков не расслышал, а очередная звуковая волна с трибун заглушила все. Я расхохотался. Беспредельное безумие схватки затягивало. А как там наши, Егорыч превратился в настоящего неистового берсерка. Карающий серп мелькает здесь и там, пуская фонтаны крови из нелепо дергающихся неповоротливых врагов. Ревущая струя огня едва не зацепила деда. Тот затушил снегом дымящуюся бороду, сплюнул, кувыркнулся и быстро вскрыл шланг огнемета. Брызнувший на палм, тут же полыхнул. Яркая вспышка дикого огня озарила стадион, «Теперь-то гриль точно оправдывает свое прозвище», — усмехнулся я. «Звон клинков. Это Егорыч сошелся с Юриком. Но с этим уж точно справится наш лютый ветеран. А где Валера?» Но я не успел оглянуться, чудовищный удар прилетел сзади. Аж в глазах засверкало. Упав, перевернулся и попытался подняться, когда тяжелая масса очередного упыря навалилась сверху. Крепкая ручища сжала мой кадык. Из-под маски Дональда Дака мне на лицо текут слюни бешенства. Почти теряя сознание, пнул коленом прямо в яйца. Хватка ослабла, я смог вздохнуть и отбросить головореза. Лихорадочно огляделся, подхватил свою железку и ударил в затылок корчащегося от боли врага. Лезвия топоров легко пробили листовую сталь шлема. Тяжело дыша, я поднялся на одно колено и оглядел поле кровавого сражения. Вот один громила, подцепив крюком подбегающего выживальщика, тесаком вскрыл черепушку и жрет мозг, еще дергающегося бедняги. Рассеиваются клубы вонючего дыма, оттуда вываливается хельсинский мутант, демонстрируя публике оторванную голову очередного несчастного. Крича от ужаса бежит по арене перепуганный программист. Размахивая устрашающим лезвием, за ним прыжками несется боевой гомосек из Британии. «Беги, чувак, беги!» Валера с Егорычем еще бьются. Вдвоем они пытаются достать самого чемпиона Юрика. Но тот, посмеиваясь, легко уходит от атак и в то же время предательски атакует короткими кинжалами. Вот вылетает из схватки дед, зажимая руками грудь. Валера вскрикивает и роняет клинок. Юрик лениво прыгает и пинает ему в лицо. Затем указывает на меня ножиком и слегка кивает. Остальные уже испускают дух, захлебываясь кровью, собирая вывалившиеся на снег внутренности и отрезанные конечности. Раздается крик и тут же обрывается. Все. Добегался айтишник. Толпа сытся кипятком. Непроизвольно отворачиваюсь от того, что с ним стал проделывать англичанин, и пропускаю удар. Негр-каннибал радостно смеется, раскручивая в руке смертельный боевой топор. Злая вьюга беснуется где-то далеко, снаружи а здесь уютно потрескивают полежки в титановой печке. Мне хорошо. Я дома в безопасности, в схроне». «Так когда?» – спросила Лена. Она сидит рядом, пытливо всматриваясь мне в лицо, пока разбираю и чищу сайгу. «Понимаю, что она повторяет свой вопрос, который я, конечно же, пропустил». «Что, когда?» – спрашиваю, «Ты никогда меня не слушаешь! Тебе наплевать, что я тебе говорю! Ты меня не любишь!» Ай, да чё, блин, тебе надо?» «Взрываюсь! Ты можешь сказать нормально!» «Почему ты кричишь на меня? Если мужчина дал обещание, то должен сдерживать его, а не орать! Ты на дружков своих ори, а не на меня! Как я могу тебе доверять, если ты не сдерживаешь обещание? Ты даже не помнишь!» «О чем?» «Ты обещал шубу!» Когда ты привезешь шубу? Я хочу шубу, новую из города, шубу!» «Лена, блин!» С трудом встряхнул головой, приходя в себя. Рев толпы бьет по ушам. В паре шагов расхаживает Матанга, кривляясь перед зрителями. Все плывет перед глазами. Оружие выскальзывает из непослушных скользких от крови пальцев. Вижу темные страшные тени, приближающиеся ко мне. Прости, Лена, я не привезу то, что обещал. В смысле не привезешь? Я даже вздрогнул, когда услышал знакомый голос любимый: То есть у меня не будет шубы, ты же обещал, я хочу шубу, ты меня не любишь, не любишь. Не говори так, Лена, прошептал я, я тебя люблю. Тогда стань мне эту чертову шубу! «Да, шуба, лена!» Нигер занес секиру для последнего удара. «Убей! Убей! Убей!» Кричит стадион. С воплем раненого зверя я схватил в руки еще работающую бензопилу, врубил полный газ и распахал чернокожего людоеда снизу доверху. Обдало водопадом крови. Источая зеленый дым, на меня тяжело несется ела-вонючка. Резкий поворот и, не вставая с колен, срубаю обе ноги мерзкому мутанту. «Будет тебе шуба, Лена! Я прикончу здесь всех ради шубы!» Осталось только пять дьявольских отродий, и они бросились все одновременно. Я рублю, калечу и легко ухожу от смертельных ударов. Моя испепеляющая ярость не знает границ. Слетела голова кастратора. Захрипел и забулькал с разорванным горлом безумный Дмитрий. Британский гомосек махнул своей саблей, но я увернулся, поймал руку на прием и, сломав кости, забрал отличный клинок. Голова обезглавливателя полетела по широкой дуге к зрителям, которые тут же устроили потасовку за ценный артефакт. «Неплохо, чувак, <къех> совсем неплохо», — хрипло рыгнув, произнес Юрик. Ну, ты подрываешь авторитет власти? Не надо так. И бросился на меня в гигантском прыжке. Наши клинки засвистели с неуловимой для обычного глаза скоростью. В этой убийственной свистопляске время растянулось словно эластичный жгут. Как я ни старался, не получалось пробиться сквозь блоки врага. Впрочем, у него тоже. Под чем, блин, этот долбанный чемпион? Внезапно Юрику удалось полоснуть меня по ноге. Я потерял равновесие, и он выбил мой меч, подпрыгнув с вертушки. Но до земли этот сраный ниндзя не долетел. Разворачиваясь в прыжке, он встретился рожей с суровым валенком Егорыча. Как вовремя подоспел старый хрен! Дед скоркнул и придавил ногой нокаутированного Юрика. Валера поднес горлу заточенную вертолетную лопасть. Что творится на трибунах, нельзя описать словами. Я переглянулся с товарищами, и мы стали мощно, неистово хохотать. Усталость навалилась неожиданно, придавив мощно, как тяжелый карьерный самосвал. Уже не сбежать, мы снова в заперти. Но в этот раз апартаменты получше. Не холодная камера, а уютный зальчик, оборудованный словно вип-номер в элитном отеле. Что с нами будет дальше? После дьявольской схватки на арене жести мы стали новыми героями Кандалакши. До сих пор в ушах стоит возбужденный ор толпы. Это радует мое эго, но больше радует тот факт, что нас не расстреляли. Нашлась аптечка, и мы перевязали кровоточащие раны. Как же клево наконец-то расслабиться. Разумеется, в физическом плане. Потому что мой параноидальный разум всегда на чеку. Егорыч завалился на кожаный диван и через минуту монструозно захрапел. Если бы тиранозавры обитали в наше время, они без сомнения позавидовали бы этим чудовищным звуком. Да, стальные нервы у деда, ничего не скажешь. Валера тем временем включил плазменную панель. Естественно, никакого телевидения давно уже не существовало. Проклятая Останкина испарилась термоядерной вспышки. Спутники, наверное, позбивали со своих орбит. Да и вряд ли в мире остались еще действующие телестудии. Но все же скупая слеза скатилась по моей брутальной щетинистой щеке, когда увидел цветную заставку включенного экрана. Может, хоть кабельная работает? Но увы. То ли телевизор не подключен к сети города, то ли местные просто не догадались. О, а на этом ведь можно неплохо подняться. Неужели из развлечений у горожан только кровавые бои на стадионе? Но с некоторой грустью я оставил такие мысли. Ведь Лена там одна в схроне. Наверняка беспокоится. А я даже не сказал, что задержусь так надолго. «Гляди, что нашел!» – воскликнул Валера. Он что-то вытащил из тумбочки под панелью. «Диски с кинчиками?» – спросил я. «Сейчас бы с удовольствием посмотрел какую-нибудь сентиментальную комедию, чтобы стерлись наконец стоящие перед глазами трупы убитых врагов. Xbox! Друган торжествующе потряс приставкой. «У меня такой же был! Ух, мы с детьми зарубались! Жена перед драпом незаметно выложила, прикинь! Бесит ее, видите ли, что я часто играю! Меня потом дети чуть не убили!» «Так свистни, девайс, делов-то!» «О, Хо -хо, хорошая идея! Но как бы еще выбраться отсюда?» Валера погрустнел, но потом махнул рукой и стал подключать приставку. Понаблюдал минут 15, как комрад лихо гоняет в машинке. Потом чувство животного голода заставило озаботиться поисками жратвы. Наверняка тут где-то запрятан холодильник или бар. Точно! Здесь по-любому должен быть барчик. С энтузиазмом принялся обстукивать стеновые панели и открывать различные шкафы, «Надо было сразу это сделать», — с досадой подумал я. Перерыл все. Даже заглянул в мусорное ведро. «Где же тут заныкано бухло? Не верю, что его тут нет. После всех передряг это самый болезненный удар судьбы. А может, алкосхрон открывается дистанционно?» Я принялся проверять многообещающую версию, тыча поочередно все кнопки, пока Валера не отобрал пульт. «Сука, сука, сука!» Провел серию могучих ударов в стену, но только разломал гипсокартон. За ним тоже ничего нет. Я с тоской оглядел толстые прутья решеток на окнах, на крепкую железную дверь. Засада, блин, полная. Чтобы унять ярость и успокоить нервы, занялся тем, что всегда делаю в подобных случаях. Когда что-то идет не по плану, физическая культура. Вот что слепило мое атлетическое тело и закалило несгибаемую волю. Упав на пол, начал отжиматься на кулаках. Уже завершал третий подход по 50, когда щелкнул замок. Моментально приняв боевую позу, встал на изготовку. «Че, скучайте, ребзя!» В дверях кривовато усмехаясь стоит Юрик. «Походу, это ты соскучился!» – ответил я. Мало вломили на поле, могу добавить. Это всегда успеется. Он прошел в комнату, втащив в большой клетчатый баул. Охранники снова заперли снаружи. Там было всего лишь шоу, но вы неплохо себя показали. Пиво будете? А че бы и нет, сказал я. Еще б пожрать. Юрик улыбнулся и расстегнул молнию на сумке. Даже Валера оторвался от игрулик, услыхав шипение вскрываемых банок. Помимо десятков емкостей пенного напитка, там оказалась вяленая рыбка. Ух, как давно ее не ел. Также на стеклянный столик оперативно застеленной газеткой последовала буханка хлеба, завиток колбасы, явно самодельный, и несколько прожаренных куриных окорочков. «Питайтесь, бойцы! Юрик уселся в кресло, закинув ногу на подлокотник и сделал добрый глоток из банки. «А я распишу весь расклад». Как только еда оказалась на столе, волосатые ноздри Егорыча яростно зашевелились. Зверский храп оборвался, старый вояк и без слов подскочил на диване и принялся сметать жареную курицу. Но, увидев нашего гостя, дед поперхнулся, взревел и совершил адский прыжок, достойный Джеки Чана в его молодые годы. Дубовый валенок точно бы снес челюсть Юрику, если бы тот в последний момент не уклонился, расплескивая пиво. Дед отскочил от стены, шлепнулся на пол и стремительно взмыл на ноги для новой атаки. Тут-то мы с Валерой его угомонили. «Все нормально, Егорыч!» Прошипел я с трудом, удерживая рвущегося деда. «У нас мир!» «А шо ж вы сразу не сказали?» – проворчал Егорыч. «А ну, отпустить пожилого человека!» Мы с некоторой опаской рожали руки. Дед подошел к напрягшемуся Юрику и вонзил в него тяжелый взгляд. Но спустя минуту расхохотался и произнес. «Ай да сукин сын! Увернулся от дедушки в этот раз!» Да мне и на арене хватило! Криво улыбнулся Юрик. тёр доловок, да а только дедушка-то насквозь видит. Он погрозил узловатым пальцем и вернулся к столу. Так что смотри тут о мне, без шуток. На этом конфликт был исчерпан. Я облегченно вздохнул. Мы тоже метнулись за стол, пока Алчный Егорыч все не сожрал. Я уже и позабыл, какое это удовольствие есть халявную еду. В своем схроне я питался нормированно, чтоб на дольше хватило припасов. Каких трудов стоило приучить к такому режиму Лену? «Ладно, давай рассказывай, что нас тут держат и чего от нас хотят», – спросил я, сыто откинувшись на диване. «Известно что», – пожал плечами Юрик. «Вы же лучших бойцов положили, а полковнику нужно шоу. Когда нет шоу, народ начинает плохо работать и возмущаться. Так что теперь мы вместе будем развлекать толпу. Тем более кормят неплохо». «Блин, так мы тут надолго?» — воскликнул Валера. «Скажи спасибо, что не пристрелили». Юрик отхлебнул пиво. «Милость у полковника Уайта, великого бога жести и пророка его Дона Трампа, вам подарена жизнь, парни». «Чё за бред ты несешь, Юрий?» — нахмурился я. «Как ты можешь прислуживать этим ублюдкам-пиндосам? Они же гребаные захватчики!» «О, полегче, чувак, полегче! Нельзя такое говорить!» «Ненавижу, блин, америкашек!» Я треснул по столу банкой с пивом. «Это наша земля! Пусть валят свой пиндостан!» «Не все так просто, Санек. Я думаю, им уже некуда валить». «Да кого это колышет? Весь город, блин, лег под пиндосов. Давно могли их в море утопить». Зря ты так говоришь, вздохнул Юрик. Полковника любят в городе. Ей за что? Я пришел сюда позднее, но мне рассказывали, что здесь творилось в самом начале. Еще не улеглась радиоактивная пыль, а власть взяли в свои руки гаишники на пару с чурками. Была тут одна диаспора. Пока не высадился Уайт со своим отрядом, здесь творился беспредел похлеще, чем в 90-е. Американцы сразу поставили к стенке всю эту падаль. Перед самыми холодами наладили работу ТЭЦ, заняли людей работой. Теперь здесь спокойствие и процветание. И гладиаторские бои на потеху публики. Покачал головой Валера. Именно Уайт запретил телевидение, ибо оно отравляло умы до войны. И к чему все привело? Поэтому гениальный ум полковника придумал устроить кровавые схватки. Зато теперь в городе почти нет преступности. Каждый отморозок и мелкий воришка знает, что его ждет мучительная смерть на арене жести. Уайт специально нанимает маньяков и садистов со всей округи, чтобы они были под контролем и, так сказать, при деле. Я переваривал сказанное. Егорыч сердито сопит, морщись поглощает пиво. Наверное, его не вставляет. Валера задумчиво потеребил вяленого леща. Так ты тоже получается маньяк и садист? Верно, Юрик, задал я каверзный вопрос. Нет, засмеялся он. Не надо путать меня с этими животными. Я выступаю за идею. Меня даже содержат отдельно. Кто бы уж обзывался маньяком, а только не ты. После того, что вы показали на арене. А что у тебя за идея? И где так драться научился? Перебил я. Ну, это долгая история. Впрочем, времени у нас много, так и быть, расскажу. Юрик поставил на стол банку, вытер пальцы об майку и достал из кармана жабу. Фу, блин! Валера отодвинулся в сторону. Мы же едим! Зачем ты притащил эту мерзкую тварь? Ее зовут Зюзя. Юрик неожиданно погладил бородавчатое создание. Она мой талисман и ангел-хранитель. Налейте кто-нибудь теплой водички в кастрюлю. Ей пора купаться. Только благодаря Зюзи я до сих пор жив и завоевал титул чемпиона этого города. Юра Харитонов работал с лесарем на Онежском тракторном заводе. Был женат и вполне счастлив, воспитывая двух сыновей. Все рухнуло в один момент, когда Юрик случайно заглянул в телефон своей любимой. Фривольная переписка в WhatsApp, интимные селфи жены, а самое главное – фото чужого члена, чуть не довели его до инфаркта. Потом была ругань, взаимные обвинения, слезы и вопли. Поставленная перед фактом жена призналась, что уже полгода сношается с Васьком из девятого цеха во время обеденных перерывов. Оказывается, это он, Юрик, виноват в том, что не уделял внимания, а она не чувствовала себя женщиной. Оставив все блудливой самке, он переехал к родителям, ушел с завода и теперь не знал, чем заняться. С этим Василием Юрий захотел разобраться по-мужски, но был жестоко бит, ему сломали нос. Навалился чернейший депресняк. Чтобы как-то развеять тоску и отыскать утерянный смысл жизни, Юра решил попробовать разные увлечения. Времени теперь вагона, а постоянно отдергивающего и критикующего фактора в виде жены, больше нет. Прыгнул с парашютом, сходил на сплав, записался на латинские танцы и фехтование. Но это все не то. После прыжка он блевал, на сплаве свалился с катамарана и чуть не утонул. На танцах поставили в пару с жирной болтливой бабищей, которая тут же стала брать его в оборот. Пришлось бежать. А на фехтовании досталась дырявая маска, что едва не стоило ему глаза. И так во всем. Казалось, сама жизнь прямым текстом говорила, что тебе тут не место, Юра. Он часто забирался на крышу своей девятиэтажки, смотрел на суетливый серый город, курил осточертевшие за последние дни сигареты, глотал Балтику-девятку и подумывал, что неплохо бы самовыпилиться. Останавливали только мысли о родителях и о детях. Хотя, блин, не факт, что дети его. Однажды, бесцельно слоняясь по улицам, Юрик забрел в городской террариум. В принципе, он всегда любил зверушек, особенно экзотических. Никогда не пропускал передачу в мире животных. Но о том, чтобы завести домашнего питомца, пса, например, или кота, и речи быть не могло, у его бывшей постоянно вылезали какие-то аллергии практически на все подряд. Внезапно осенило. Теперь-то он может себе это позволить. Гуляя среди аквариумов с диковинными гадами, Юрик заметил объявление, что требуется сотрудник на полный рабочий день. Недолго думая, поспешил к администрации. Повезло. В тот день он был, как ни странно, трезв, а паспорт и трудовая лежали во внутреннем кармане старенькой джинсовки. Юрика взяли без лишних разговоров. Теперь Юра Харитонов трудился в муниципальном террариуме Петрозаводска. Кормил рыбок, убирал дерьмо крокодилов, помогал сменить змеям чешую и заботливо ухаживал за прочими экзотическими тварями, земноводными и присмыкающимися, Руководство ценило такого работника, ведь Юрик больше не бухал, был ответственным и исполнительным. Никто не мог припомнить, чтобы он заболел или опоздал на работу. Директорша даже выписывала иногда премии сверх положенных 10 тысяч рублей. Знала, что тот не уйдет в недельный загул, в отличие от предыдущих кадров. А еще его любили животные. Жуки и гекконы, хамелеоны и гадюки – все тянулись к Юре, чувствуя теплоту его доброго сердца. Питомцы почти не болели и охотнее размножались с тех пор, как он устроился на эту работу, что, конечно, существенно снижало накладные расходы террариума. Наконец-то он нашел свое призвание – занятие по душе. Юрик с головой окунулся в новый для себя мир – чтобы лучше понимать желания и потребности своих подопечных, стал читать познавательные статьи в интернете, смотрел ролики на ютубе. Однажды попался интересный пост о южноамериканских жабах. Такую информацию не писали на табличках в их заведении. Оказывается, эти земноводные выделяют необычный токсин, Стоит полезать им спинку, и сознание удивительным образом расширялось, менялось восприятие, появлялись красочные видения. Индейцы майя сотни лет использовали этих амфибий в своих ритуалах и обрядах. «Надо же!» – хмыкнул Юра. «Какие интересные экземпляры у нас есть!» На следующий день, натирая после смены стекла аквариумов, Юрику показалось, что жаба подмигнула. Та самая, про которую вчера читал. Он огляделся по сторонам. Посетители уже свалили. В соседнем зале баба Нюра домывала полы. Да нет, бред какой-то. Но жаба подмигнула еще раз. Она смотрела на него с ехидной улыбкой, будто ждала чего-то. Может, все-таки попробовать? Раз есть такая возможность. Не зря же в сказках добрые молодцы женятся на лягушках царевных. Явно такие сказания возникли не на пустом месте. «Иди-ка сюда, дорогая!» Прошептал Юрик, отодвигая крышку и просовывая руку в теплое нутро жабьего мирка. «Жениться на тебе я, конечно, не буду. Хотя, кто знает...» С возвращением в реальность. Если вам понравилось наше безумное путешествие, то обязательно поставьте лайк, напишите комментарий и поделитесь этим видео в социальных сетях. Ну а если вы хотите отправиться дальше, то просто выберите одну из иконок на экране. И как всегда, до встречи в следующих мирах.